Добрый день, дорогие друзья, с вами Ирина Свиридова и очередная распаковка заказов. У меня два заказа на 44,57 и 17,58 баллов. И у нас сегодня начался новый каталог номер 15, но это заказы еще идут с прошлого каталога, который у нас был двухнедельный. Каталог, который начался сегодня, он у нас трехнедельный. И я вам хочу сказать, что на 16 страниц больше, чем предыдущий, а следующий будет на 32 страницы больше, чем предыдущие. Итак, начнем по порядку. У нас в прошлом каталоге была шикарная акция. Берешь три упаковки прокладок, и каждая тогда стоит 166 рублей. Но не все внимательно слушают и читают, вернее, информацию, и считают, что если написано 1 плюс 1 равно 3, то одна прокладка в подарок. Всегда смотрите, идет цена по каталогу, а потом отдельно написано, что если вы выполняете какие-то определенные условия, то цена прокладки будет такая-то. У меня прокладок было очень много, просто часть заказа я уже в субботу отнесла. Дальше мне заказали, это уже новинка этого каталога, хотя они у меня были в предыдущем, одну пару мне заказывали, вернее один комплект, носки мужские. Вот в такой замечательной упаковочке, здесь вот как подарочный вариант, она вот здесь закрепляется. Носки мужские, артикул 820-688. Одни носочки синие, вторые черные. В данном случае размер 42-43. Здесь у нас 68% хлопка, 29% полиэстера, 3% эластана. Очень классные носки. У меня клиент взял одну упаковку и заказал вот еще три. Сказал, купи три, сделай продавцу приятное. Вот мне сделали приятное. Хотя ему будет приятное тоже. Так, теперь мне заказали вот такой вот чай детокс. Кстати, у нас тоже была акция в прошлом каталоге. Когда берешь три, они получаются по специальной цене. Они получились по 133 рубля каждый. Вот, я вот думаю, надо себе взять успокоительный, немножко себя успокоить. Так, взяла по купону, это уже остатки были. Вот этих два крема. Пчелиный воск – это крем для ног, восстановление и питание. И пантенол – крем для рук, увлажнение и смягчение. Здесь в каждом по 100 грамм. Значит, для ног у нас 13,70 артикул, для рук 13,71. И они по купонам были по 90 рублей. Мелочи, но приятно. Обычная их цена – 99 рублей. И, кстати, очень хорошие крема, народ хвалит, и хорошие очень идут отзывы. Так, у меня тут еще был шампунь, напиток чайный, водолазка женская, цвет абрикосовый. Про водолазку я вам сейчас цвет покажу, отдельно сделаю. И еще у меня во втором заказике, я тут погуляла по сайту и нашла вот эти вот, это женское белье корректирующее. Вот такие вот замечательные майки. Вот смотрите, она маечка с широкими лямочками. Здесь средняя степень коррекции. Коррекция идет только от расстояния под грудью и примерно вот до талии идет. Очень классные. И я вам хочу сказать, что у них двойные размеры. Например, SM, ML и LXL. Это самый большой размер. Цена у них 1099 рублей. Да, правильно я говорю. Вот, цвет остался только такой, потому что был еще черный. Чем она хороша, эта майка? Во-первых, она утягивает. И она действительно утягивает, несмотря на то, что здесь только средняя утяжка идет. Они ее рекомендуют одевать через ноги. Я ее одеваю как обычные вещи, как обычно, через голову. И меня это вполне устраивает. И что еще хорошего? Вы знаете, когда вот прохладная погода, например, как сегодня у нас, вчера было 20, сегодня 13, я ее под низ одеваю, она еще дает тепло. То есть замечательные маечки, я их рекомендую. Бежевые есть все размеры. И еще есть маечка с тоненькой лямочкой, но там только один размер. Она стоит 999 рублей. Вы это можете найти на сайте, посмотреть. И я думаю, они вам понравятся. Удивительно удобная вещь. Всего вам хорошего, доброго дня. Начался каталог. Смотрим, наслаждаемся.